Как думаете, каково жить вот на такой вот, ну, в таком вот здании, что у тебя так мансардочка, точнее, твой балкончик с кадочками, любимыми растениями и прочим выходил прямо на дом. И вот ты вот выходишь утром в трусах потянуться, а тут хопана, санитаристов с фотоаппаратами тебя будут фоткать. Вот, кстати, что там внизу творится. Кстати, уже идет дождь. Сворачиваюсь.